Открытое акционерное общество «Пенема» выпускает высококачественную уникальную продукцию и поставляет ее на важные государственные объекты, такие как Островецкая атомная станция, участок второй кольцевой дороги вокруг Минска, от Минска до границы с Польшей и многие другие. Нас довольно-таки знают за пределами Республики Беларусь, в Российской Федерации, Казахстане, Туркменистане, Польше. Предприятие экспорториентированное. Более 70% продукции уходит за пределы Республики Беларусь. Наши потребители – это «Газпром», российские железные дороги, дорожно-строительные предприятия, легкая промышленность, мебельщики, обувщики. Выпускаемое на предприятии геотекстильное полотно широко используется во многих отраслях народного хозяйства, как в Беларуси, так и за рубежом. Недавно на предприятии расширили спектр этого вида продукции. Расширили спектр производимой продукции помимо обычного полотна, увеличили его физико-механические показатели за счет термоскрепления, на дополнительной линии термоскрепления. В наше полотно начали помещать семена многолетних трав. В результате у нас получилось полотно с семенами трав, которое используется в ландшафтном дизайне, которое идет для укрепления откосов, благодаря чему решается проблема эрозии почвы, ну и наводится красота, порядок в окружающих местах. Мы участвуем тоже в этой программе возрождения Полесья, поэтому наше полотно в некоторых мелких участках, мелких объектах используется и там. Хочется отметить, что продукция нашей «Пенемы» использовалась и при строительстве горнолыжного курорта Силичи, Березовской и Витебской ГРЭС, к великому сожалению, разрушенного войной аэропорта Донбасса. Сегодня открытое акционерное общество «Пинские нетканые материалы» не входит в число процветающих и вынуждено было из-за падения спроса и разрыва многих партнерских отношений значительно сократить объемы производства. В настоящее время наше производство может перерабатывать, и мощностя позволяет, порядка 6 тонн продукции в месяц. Ну, в связи с тем, что кризис нас не миновал тоже, эти объемы сократились, ну, порядка наполовину. Общая выручка порядка 3-4 миллиардов, в пределах 2 миллиарда 800 идет на экспорт. Сейчас для предприятия главное – найти новые рынки сбыта и увеличить долю экспорта. Кстати, в Республику Польша продукция поставляется с маркировкой SE. Решить проблему могли бы инвестиции. Мы работаем с Российской Федерацией, с Польшей по поставке объемной герешетки. Это продукция полиэтиленовая решетка, которая используется для укрепления откосов, для оползней земли. В свое время у нас был подписан контракт, и мы надеемся восстановить эти отношения с «Газпромом». Договорные отношения не закончены, мы надеемся на дальнейшую работу с «Газпромом». У «Пенемы» есть задел для развития и стабильной прибыльной работы. Выпуск высококачественной продукции и действие на предприятии системы менеджмента качества ISO 9001:2008 подтверждается сертификатами фирмы «Декра» и Варшавского института строительной техники. Все это, как и широкие возможности применения геотекстильного полотна, геотехнических решеток и полосы, напорных труб из полиэтилена и других видов производимой продукции, должно помочь расширить рынки сбыта и наполнить копилку прибыли предприятия.